Всем привет! Хочу всех поздравить женщин, девушек с 8 марта, с Международным женским днем. Желаем счастья, любви, здоровья. Будьте всегда счастливы, молодыми, улыбчивыми. А сегодня у нас новое поступление. Вот решил жену порадовать. 8 марта купил вот такую орхидейку. Сейчас мы ее распечатаем. Нас продают в таких вот пакетах. Привозят их с Польши. Поднимем. Вот. Вот видите. Вот я снимаю против солнца. Вот, привозят их с Польши. И я вам сейчас, когда распечатаю, покажу, почему я ее именно выбрал. Выбор там был, ну, такой неплохой, в принципе. Просто есть одна причина, по которой я ее больше взял. Так, магазинчик у нас маленький, но все равно можно что-то выбрать. Вот горшочек, видите, какой снизу? Меня часто спрашивали вот, в комментариях, как я сажу. Это магазинный горшок, вот здесь у него выемка. Сейчас пробую развернуть. Вот видите, выемка. Вот. И он вставляется вот в такой горшок. А там вот у него выпуклость. Вот. Я думаю, что скорее всего, что Польша тоже эти вот горшочки делает. Бо как-то я видел видео, да? На заводе вот эти вот выемки внизу, вот эти, да, они на стеллажах как там стоят, чтобы не упали, что ли, как, ну, чтобы вода стекала, видите. Вот. Так, ладно, давайте я отключусь и это все распечатаем. Так, продолжим. Цветочки у него большие, крупные, великая красота. Видите? Бесподобная просто. Орхидея сама здоровая. Вот здесь еще бутончики есть. Будут цвести. Я бы на окно ее поставил, только там такое солнышко у нас сегодня. Так, а теперь смотрите вот сюда. Здесь не одна, а здесь две орхидеи. Видите? Вот одна, вот здесь, а вот вторая. Это ее детка. Вот. И там, если присмотреться, там корешки она уже пустила свои. Она выросла от материнской, еще свои корешки пустила. Так, что я могу сказать? Корни тут здоровые. Даже не знаю, как вам показать. Ладно, давайте поставим так. Корешки здесь здоровые. С ней все хорошо, но все равно ей придется пересаживать. Но сначала пусть адаптируется. Адаптируется к нашему дому. Вот, и тогда будем смотреть, что у них там с корнями. И надо поменять кору. Кора здесь, кстати, я это не очень люблю. Там она перемешана с мхом. Там добавлен мох в этой коре. Я не очень это люблю. Вот. Она не залита, ничего. И когда я покупал ее, она шпакована была, упаковки так не видно. Я начал там перебирать, выбирать. И говорю девчонкам. Начал перебирать, выбирать, перебирать. Я говорю девчонкам, говорю, слушайте, так здесь две орхидеи. Но цену они же сменить не могли. А хотелось бы, ну что ж поделаешь, не углядели, ведь глазастые вы. Вот так. Ну, одним словом, мне очень понравилась она, красивая. Будем ее выращивать, у нас будет две желтеньких орхидеи. Тут, правда, какой-то белесый вот есть посередине почему-то. Вот, и здесь, не знаю. Посмотрим. В одном видео я видел... Елена, вроде бы, кажется, у нее была желтая орхидея, а потом почему-то белым зацвела. Ну, посмотрим на второе цветение. Ой-ой-ой, близко что-то я подошел. Сейчас. Вот. Дает вот такую штучку. Что это с Польши. Орхидея из Польши. И инструкция. Инструкция довольно-таки интересная. Надо подкармливать каждый месяц. Конечно, этого не делаю.
Потом, ну, где хранить, где они должны расти, это все правильно. Весной и летом от солнца убирать подальше. Это все хорошо. Вот. И повторное цветение возможно после 6 месяцев. Но не только возможно, но действительно так и есть. По крайней мере, у меня. Вот. Да, и когда отсел, не нужно обрезать, написано тоже инструкция, не нужно обрезать полностью. Когда отсел, не нужно полностью обрезать цветонос, а только до первой живой почки. То есть кусочек оставить там сантиметра 2-3 над ней. Вот такая красота. Жена еще не видела. Ее дома нету. Сегодня, правда, о, наконец-то. Наконец-то. Солнышко ушло. Вот теперь можно что-то увидеть. Надеюсь, ей понравится. И тем более выгода с одной орхидейки. Две орхидейки. Красота. Шикарный цветок. Шикарный. Ладно, на этом будет все, наверное, сегодня. Еще раз поздравляю всех с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, красоты. И всегда, чтобы улыбались, чтобы были счастливы. На этом будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!